махаббат бабылиние, в мирде гажабын көрие. Друзья, всем привет! В промо-ролике в поддержку Олимпиады Димаш, как всегда, проявил себя истинным патриотом своей родины. Бумен, Димаш. Всем привет, это Димаш. Искренне желаю успехов зимним Олимпийским играм в Пекине. У него спросили, а какой вид спорта, по вашему мнению, наиболее близок к музыке? Я считаю, что наиболее близким к музыке видом спорта является фигурное катание, ответил Димаш, поскольку фигуристам необходимо проявлять свои артистические таланты, чувствуя музыку. Это сложный, но очень красивый вид спорта. А какие зимние виды спорта лично вам нравятся больше всего? Спорт, в котором хорошо разбираются наши казахстанские спортсмены – мой любимый зимний вид спорта. Надеюсь, спортсменам нашей страны удастся одержать большую победу. Желаю всем счастья и успехов. Надеюсь, что зимние Олимпийские игры пройдут успешно. Желаю зимним Олимпийским играм в Пекине успехов. А какое ваше любимое зимнее мероприятие? Мне нравятся все проекты, в которых хорош Казахстан. Шаңғы тебу шығар, бәлкім. Неге деген сұраққа, білем, қалай жоқ білетін, қызық. Біздің елдің азаматтары жеңіске жетсін, бәріне сәттілік тілегім келеді, аман болыңыздар, Олимпиада ойдағдарыңыз. Вот такое мини-интервью, друзья. Димаш привлек внимание пользователей сети интересной песней, многоязычной версии клипа «Вместе в будущее». Уже совсем скоро увидим этот ролик. Всем большой рахмет за внимание. Get it for a share.